Всем привет-привет! Вы на канале Цвета Фантазии, с вами я, Диана. Всем огромное спасибо, кто смотрит меня. Вот, я очень благодарна вам, потому что, знаете, когда ты кому-то интересен, и если тебя смотрят, то это большой плюс для таких, как мы, как тех, кто показывает на Ютубе, кто учит чему-то, или ну, у кого вы учитесь. Вот. Я очень рада, что вы со мной, и очень благодарю вас. Вот. Новым подписчикам тоже привет-привет, мои дорогие. Значит, те, кто меня не знает, я художник-самоучка, называется так художник. Я себя художником не считаю, но я самоучка. Вот, училась по Ютубу, а теперь я показываю то, чему я научилась, и я очень много делаю, провожу экспериментов, поэтому на моем канале можно увидеть очень много экспериментов. Я, ну, сама что-то там придумываю, что-то делаю, вот. Да, только я, значит, прошла курсы по Shelly Art, это курсы, значит, по технике Shelly. Многие, наверное, видели, вот, и, ну, большинство, то, что сейчас вот я, например, делаю по Shelly, большинство, то, что это я уже нашла, потому что то, что использует Shelly, у нас, ну, этого как бы нету, и тут очень сложно в Бахрейне было найти, и мне приходилось самой что-то тут, в общем, экспериментировать. В общем, я долго не буду сейчас задерживать вас. Что хотела сегодня я показать? На моем канале много есть по технику Shelly, там и активаторы, и как я смешивала краски, и что я новое там придумывала. Вот. Но по просьбе Оли и по просьбе Регини, значит, Регина тоже меня спрашивала, Олечка спрашивала, что такое активатор, и вообще, с чем его едят, и с чем его смешивают. Вот я сейчас вам хочу показать отдельное такое вот видео, может быть, оно будет коротенькое, может и длинное, я не знаю. Что такое активатор? Активатор – это, значит, специальный состав, который состоит из Амстердама. Сейчас я вам покажу. Амстердам. У нас должна, ну, краска Амстердам, черная и белая. Вот они. Вам, наверное, там будет отсвечивать, но вы уже примерно поняли. Амстердам – это черная и белая краски. Вот. Из этого мы делаем, значит, активаторы. Сейчас, значит, так. Настоящий активатор, который делает Shelly Art, у нее, значит, флоритрол называется. У меня нету флоритрола, в Бахрейне я не могу найти, у меня есть аватрол, но этим аватролом я не пользуюсь, потому что вот он у меня еще почти полный, потому что я попробовала, он не очень у меня получился хорошо. Она пользуется австралийским флоритролом, потом есть американский флуид, вот такой большой, они тоже пользуются этим, там добавляя всякие разные, значит, но у меня его нету. Я купила вот этот аватрол, он у меня немножко не сработал, я больше им не пользовалась. Дальше, что я вам сейчас покажу. У меня есть вот такой Tint It называется. Вот, Tint It, это я покупала в Бахрейне. Я еще раз показываю, чем я пользуюсь, потому что я уже не один раз это видео снимал, но еще раз снимаю. Latex Paint Thinner написано и кондиционер. Вот здесь у меня так написано. Latex Paint Thinner and кондиционер. Вот, это для того, чтобы разбавлять латексные краски. И оно, как флоритрол, он также работает как аватрол, как флоритрол, потому что это кондиционер, написано кондиционер. А флоритрол, ну, то же самое аватрол, это кондиционер для красок, для акриловых красок. Окей? Это для латексных, но ими можно, значит, разбавлять и акриловые краски. Я пробовала, и очень хорошо получается. Вот такая штукенция. Я ее слила вот сюда. Вот, она жидкая, вот видите, вот водичка, вот вода такая. Вот. Написала здесь Tint It, чтобы уже отсюда не наливать, я, значит, слила ее вот сюда. Я использую вот это. Дальше, очень много сейчас есть активаторов, которые можно сделать и с клеем ПВА, и просто с клеем ПВА, и даже вот Амстердам, и добавить там немножко, например, полуретайн. Дальше, я попробовала еще активатор. Вот из таких вот. Это тоже было удивление, когда я это сделала и поставила, значит, в группу на
Шелли, они, конечно, многие написали, что как-то даже не верится. Ну вот, это у меня wood stain, вот написано на английском minivax, wood stain. Вы не смотрите на английском, многие говорят, у нас не продают, не продают. Я думаю, что они продаются, просто то, что на русском написано, да, русский, на русский, может быть, что-то по-другому оно как-то называется. Можно просто перевести там или что. Ну вот, wood stain, minivax, не обязательно, чтобы это был minivax. Можно просто спросить, например, кондиционер для дерева, или это не кондиционер для дерева, это wood stain, это clear tint base, clear tint base. Это значит, он, вы знаете, перед тем, как, ну вот, если хотим покрасить дерево, деревянную дверь или еще что-то, ну что-то, да, мы можем разбавить краски вот этой вот wood stain. Краски разбавляются, потому что это бесцветное, я сейчас открою и вам покажу. Это будет, наверное, долгий у меня урок сегодня. Сейчас я вам открою, покажу, как она смотрится. Вот. Это уже мой как бы эксперимент и то, что я добилась вот с этого. Смотрите, видите, он жидкий. Я уже говорю, не раз показывала, как вам сделать ложку, что ли. Сейчас ложку возьму. Давайте ложкой покажу, чтобы видно было. Вот. Он как молочко, видите? Вот. Вот видно, видно вам? Вот такой вот жидкий. Белого цвета, как молоко. И вот как водичка. Видите, вот. Чуть-чуть вот он прям жидкое очень, да? Просто белого цвета. Вот этим, вот этим составом разводят краски для того, чтобы покрасить деревянные изделия там и всякое. Потому что это прозрачная. Видите, она работает хорошо с красками. С масляными, это water base, а есть еще и масляные. Это на воде, water base называется, ну, как бы на водной основе. Вот, я когда начинаю записывать, вечно я тороплюсь, вечно я что-то тут, нет бы снять нормально, а я еще тороплюсь. В общем, значит, вот такая вот штучка, wood stain. Значит, написано, что быстро, как бы, быстро высыхает для внутренних и таких, значит, работ. И написано, что это бесцветное. Мыть можно мылом и, в общем, водой, короче, потому что это water base. Вот, вот это, значит, такая. И вот такая, смотрите, pre-stain, написано, wood кондиционер. Вот, pre-stain, wood кондиционер. Видите? Вот эти два состава тоже дают активатор для того, чтобы получились вот такие ячейки, как на Shelly Art. Сейчас я вам покажу, вот это, как я это смешивала, и покажу, как я смешиваю вот такой активатор для того, чтобы сделать на Shelly Art. Дальше, смотрите. Значит, для того, чтобы сделать активаторы, нам нужно обязательно вот такие цвета. Почему Амстердам? Потому что лучше всего работает Амстердам, говорят. Но я пробовала и с фивикрилом. Фивикрил тоже хорошо работает и без никаких проблем. Вот. Еще покажу фивикрил вам, да. Сейчас я еще вам фивикрил покажу. Нам нужно для активатора. Вот здесь вот вам видно вот это вот. Видите, черный такой. Черный кубик, плюс 3 плюса и плюс кубик вот такой черный. Это опек. Это как бы он не прозрачный, он не полупрозрачный. Это краска именно опек. Видите, есть опек, есть транспарант, есть гава-транспарант или что-то такое. В общем, есть вот такая вот, значит, кубик наполовину. Есть просто бесцветный кубик, я еще потом покажу. Вот. Это у нас Амстердам тоже, видите, опять же, вот плюс 3 плюсика здесь вот написано. Вот, видите, 3 плюсика, стандарт сериес, 3 плюсика и тоже вот такой, значит, кубик весь закрашенный. Вот, это ОПЕК называть. Вот мы должны делать вот именно ОПЕК. Нам транспарант ничего не подходит. Когда, сейчас хотите, я вам покажу даже такой. А вот у меня есть, по-моему, здесь, да, если я не ошибаюсь. Но здесь не видно его. Ладно, сейчас я вам покажу, подождите. Так, сейчас я вам покажу, где тут. Ну вот где теперь. Сейчас еще 2 часа искать мне надо, да? Где нарисовано у меня.
Нет, нету здесь. Ладно. Сейчас я вот здесь покажу, подождите. Уж немножко, сори, я не думала, что я это вам буду показывать. Ладно. Вот они, да. Все, Миша. Транспарант. Я хочу еще отпускную. Все, я нашла. Так, вот смотрите. Значит, на вот этой белой, видите, кубик у нас закрашен. Вот здесь, вот я просто кубик показываю. Это тоже Амстердам. Вот видите, три плюсика, но кубик, вот если вам видно, да, кубик не закрашенный. Вот здесь кубик наполовину закрашенный, тоже Амстердам. Вот видите, вот этот кубик, я близко прям показываю, он наполовину закрашенный. Значит, это у нас, сейчас скажу, это транспарант, он, значит, через другие цвета будет просвечивать, да. А этот у нас не транспарант, он наполовину, как бы не транспарант, не в общей сложности, он наполовину опек, наполовину транспарант. Поэтому здесь кубик вот такой наполовину. Вот видите, 2 часа только вот это объяснила, хотя, наверное, это все знают. Это я не знала, сейчас я уже знаю. Дальше, в общем, для того, чтобы мы сделали, нам нужно вот такой черный кубик, короче, закрашенный. Это будет для активатора. Дальше, что дальше? Теперь, смотрите, берем вот так вот. Я беру чашечку, да? Ну, давайте сделаем сначала белый. Я покажу вам, как сделать белый. Так, ну, давайте. У меня есть уже белый цвет, но... Ладно, я вам сейчас так сделаю. Беру ложку, например, белого. Вот. Это я пример. Я-то все на глаз делаю, я вам просто показываю. Вот. Ну, например, вот мы взяли ложку белого. Да? Вот. Чуть больше ложки вот этой. Например, если вы взяли одну ложечку белого, титаниум белый, да? Ладно, дальше нам это не надо, пока пусть стоит. Вот. Титаниум белый. Я беру, вот у меня здесь Thin Eats, я добавляю сюда немножко, вот, понемножку, видите, я добавляю и начинаю размешивать. Вот так я делала мой активатор белый. Вот, смотрите, я вам покажу, что я туда еще добавляю. Вот. Это я, у меня просто много уже активаторов разных. Это я вам сейчас даже покажу, какие. Вот, видите, вот, золотой есть, белый есть, черный есть. Там синий есть у меня, розовый. Я уже попробовала очень много активаторов. Это все активаторы. Вот. Значит, я разбавляю для того, чтобы вот, видите, сразу, ну вот, он еще густой. Видите, густой. Значит, я еще немножко добавляю. Вот. Я вам просто покажу, как я это делала, и вы уже будете знать. То же самое делается с другими. Вот, ну, то же самое, короче. Вот, уже капает, видите? Теперь, смотрите, сюда я добавляю, значит, на Амстердам, вот на эту ложечку, я добавляю несколько капель белого, тоже это белый титаниум, но это инкс называется, инкс, вот. Ну, как бы, это Liquidex инкс, он такой, тоже акриловый, но жидкий, видите, вот такой, это инкс. Он тоже везде есть, наверное, ну и думаю, вот, несколько капель прям добавляю сюда, белого инкса. Окей. Размешиваю. Вот вместо Thin Eats, если у вас, а они, по-моему, есть, я смотрела вот российские сайты, вместо Thin Eat, вот вместо этого, можно взять, написано для акрилового, как бы, разбавитель для акриловых красок. Скорее всего, так было написано, да. Разбавитель для акриловых красок. Вот, я добавила сюда белый. Смотрите, видите, вот. Он уже, вот видите, какой стал. Видно, да, там? Вот такой. Теперь сюда я еще добавляю вот этот Pouring Medium. У меня есть такой, значит, это можно не добавлять. Это я добавляю. Это я свой рецепт показываю. Я добавляю Pouring Medium. Амстердам тоже, вот прям совсем капелечку, вот, прям капельку.
Видите? Вот. Совсем капелечку. Белое там не видно, но я капелечку добавила. Потому что этого много не надо. Он дает блеск, а блеск не нужен здесь. Дальше. Вот это я все замешаю. Вот так смешаю, да? Вот видите? Смешиваю. И вот она какая уже получилась. Видите, жидкая. Теперь. Вот. Беру, значит, пристень. Она у меня... Я вам просто показываю, но он у меня тоже уже есть. Вот смотрите, видите, пристейн вот такой. Это на масле. Вот, вот кондиционер написано. Это масляный, вот такой, жидкий. Значит, я сейчас, я вообще, у меня он есть, но я отсюда вам добавлю, чтобы вы видели. Сейчас, давайте. Так, маленькая ложечка у меня, ложечка. Нет, ложечки уже, я не знаю, вот она. Так, смотрите, я беру вот несколько капель, всего сюда надо несколько капель, ну капель, наверное, 5-6 можно, вот, 1, 2, 3, 4, 5, вот, хватает здесь, видите, вот, вот он, 5 капель, потому что этого много не нужно, просто несколько капель для того, чтобы дало реакцию. Он у меня тоже отдельно стоит, это я просто вам показываю. Все, я размешиваю вот это все, и это получается у нас, это получается мой активатор. То же самое я делаю с черным, то же самое. Вот смотрите, видите? Вот. Дальше. Почему активатор? Как работает активатор? Вот видите, он жидкий. Вот даже мне еще немножко надо сюда же, вот немножко я добавлю еще тенит. Вот. Слегка, вот. Я хочу показать, какая должна быть консистенция. Как не могу никогда выговорить ее. Вот, видите? Еще раз сейчас. Вот. Она, видите, вот капает. Она жидкая. А вообще, по-настоящему, ну, у меня то, что нету вот именно флоритрола австралийского, то у меня, конечно, немножко неправильно получается. Но тоже все равно работает. Видите, вот. Он должен быть жидкий, вот, жидкий прям. Не, он не сильно жидкий, видите, тянется. Вот сюда, если сейчас еще добавить, он не должен тянуться совсем. Ну, как бы он не должен срываться, он должен тянуться и все. Вот смотрите, ну, как вот объяснить. Видите, это уже сейчас у меня не... А, вон он, тянется, все. Видите, вот. Теперь... Вот у меня здесь разбавленные краски, да? У меня они, это уже были краски, значит. Я вам покажу сейчас такие краски. Смотрите, это вот краска для Shelly Art. Видите, вот она так тянется. Видите, вот. Это старые мои краски. Вот, они это разбавлены на Shelly Art. Смотрите, видите? Тянется, правильно? А активатор должен быть... Чуть-чуть немножко жиже, чем краска. Вот я не знаю просто, как это объяснить, чтобы вы поняли. Видите, это немножко, вот, даже вот возьмите вот так вот. Видите, вот он. Он немножко гуще, да? Видите, вот так. А вот этот активатор, он очень жидкий. Вот. Он, здесь не видно, может, на другой я сделаю. Не видно будет. Вот. Он прямо, когда вот его... Капаешь, он прям сразу туда входит. Он даже не остается наверху. Вот этот вот активатор белый. Окей? Это вот один активатор у нас. Сейчас я вам покажу еще. Примерно вы поняли, да? Должно быть жиже, чем краска, которую вы будете делать на Shelly Art. Дальше, что я вам еще сейчас покажу? Сейчас я покажу, как я сделала с Mini Wood. Это активаторы делать можно... Заранее, например, это надо делать заранее, да, оставлять, они работают, они по несколько, у меня очень много, вот видите, я прям большие делала, вот, черный активатор такой же, вот эти вот, я сделала синий активатор, вот он у меня, синий активатор, и также розовый активатор, вот, теперь, краски для активаторов, я вам объяснила, какие должны быть, если для Shelly Art краски нам нужны именно кубик наполовину, потому что если вы сделаете кубик черный, который, да,
и вот это активатор черный, ну как бы кубик черный, то он не получится. Это, ну, не будет эффект такой, как должен быть. Понятно? Мы разбавляем именно транспарант, это вот такие вот, которые наполовину кубик, или же пустой кубик. Вот. Это для красок, которые я разбавляю. Я не знаю, я вообще что-нибудь правильно объясняю или нет, я что-то ничего не знаю. Короче, из меня объясняющий такой, в общем. Дальше, черное то же самое делается, как я вам показала белую. Теперь давайте, ладно, черную я сделаю сейчас вот с этой. Как я делала с этого. Также я беру одну ложечку вот этого, значит, черного. Знаете, лучше я, наверное, напишу внизу, вот сколько рецептов я знаю, я вам напишу, даже сегодня повыбираю, напишу, даже там где-то на английских сайтах есть. Где они делают эти активаторы на русских сайтах, я выберу и, наверное, внизу видео я вам напишу, какие есть способы сделать активатор. Теперь, опять же, мы берем, значит, давайте я мало сделаю, потому что черного у меня очень много. Вот. Я беру опять ложку активатора черного. Дальше. Амстердам черный. Работает хорошо, Oxide Black называется. Вот это хорошо работает на активатор. Остальные там не очень не работают. Ну, как у меня не работают, я не знаю почему. И есть фивикрил, вот фивикрил хорошо работает. Так, смотрите, я опять беру ложечку вот этого черного, да? Мы взяли ложку черного. Теперь вместо, вот первое, что я вам с белым показала, вместо тин. И я сейчас вам покажу, как я разбавила вот с этим. Вот, я беру, значит, вот такую вот. Например, ложечку маленькую добавила, чуть побольше добавляю. Чуть побольше я добавила, даже две добавила вот этого вот кондиционера. Пристейн называется, да? Сейчас. Нет, это вудстейн, вудстейн. Вудстейн называется. Это на самом деле заморочка, вы понимаете? Вот можно просто клей ПВА, например, да, я говорю, надо пробовать. Вы должны пробовать, и когда вы попробуете, некоторые говорят, не получается, ну, потому что нужно пробовать, например, может, это жижа, может, это гуще. Нужно просто знать вот эту консистенцию, как она должна быть. Вот и все. Вот я сюда добавляю вам несколько ложек опять. Видите, вот. Теперь уже вот чуть-чуть она уже жиже. Видите? Дальше. Это мало. Надо еще. Сейчас еще одну добавлю. Вот где-то ложечки 4 я добавила сейчас пока. На одну маленькую ложку. Вот, видите, уже жидкая. Вот. Видите, уже течет. Вот. Видно, да, вам там, я не знаю, черное, вот. Видно или не видно. Вот, я разбавила, все, вот мне вот этого достаточно. Теперь я сюда добавлю вот такую. Несколько капель, опять пристейн. Несколько капелек. Сейчас я это закрою. Вот, если вы найдете, вот, если у вас есть Clear Tint Base в этом, бесцветная, короче, бесцветная, вот стоит написано бесцветная, короче, Tint, Tintable, ее можно разбавлять, это, ее размешивают с красками, вот я не знаю, в России есть она или нет, и опять же сюда, я опять же вот эту маленькую ложечку, вот, просто добавляю, и все. Прям буквально несколько капелечек нужно. Не обязательно вот этого много. Прям несколько капель хватает. Все. Вот, я размешала. Видите, уже жидкая. Надо хорошо просто размешать ее. И вот так можно с цветами, которые я вам сказала. Можно выбрать опек цвета, которые опек. Я не знаю,
на русском не знаю, как они, наверное, непрозрачные. Вот. Сейчас я добавлю опять же Liquidex. Вот видите, несколько капелечек вот этого черного Liquidex Inks. Liquidex Ink называется, черного цвета тоже. Все. И вот это вот мой активатор, который есть черный, который я делала черный. Это не по Shelly Art. Это Shelly Art не делает такого. Потому что, ну, они, говорю, сами даже были удивлены, что как это сработало. Ну вот, видите, вот. Вот такой вот должен быть. Вот, жидкий. Видно? Это работает. Это активатор. Мы сейчас давайте попробуем. Значит, сделать из этого же активатора, ну, как бы раздуть этот активатор, и я вам покажу. Вот у нас есть уже белый и черный, да? Это я уберу. Значит, белый у нас на Thin It. Вот так, смотрите, я делала вот из этих красок. Это фивикрил золотой. Я делала такой же золотой активатор. Это у меня Liquidex, тоже флюоресцентный. Вот видите, флюоресцент это. Вот он тоже хорошо работает, хотя, смотрите, у него здесь, значит, такая, ну, как бы пустая клеточка, да, прозрачная. Но он у меня сработал хорошо, вот. Другой флуоресцентный такой же не проработал, а именно вот этот Liquidex флуоресцентный, он у меня сработал на розовый. Дальше что? Сейчас я это все уберу. И мы с вами попробуем одну сделать. Так, это нам не надо. Теперь смотрите. Еще что я хотела вам показать. Может, сейчас как раз на этом сделаем. Я вчера сделала, значит, это DVD. Это диски. Вот такие старые диски. Да, сейчас я вам покажу. Я вчера сделала, вот попробовала. По Shelly Art сделать. Это у меня получилось окей, нормально. Вот самое первое, три делала вчера. Значит, самое первое у меня треснуло вся, потому что я сделала не на правильной стороне. Это вот сейчас я вам покажу. Если вы будете делать на диске, меня просили, чтобы я показала на CD. Значит, если вы будете это делать, то на правильной стороне надо делать. Не на той, которая вот блестящая, а на другой. Вот сейчас я вам покажу, видите. Вот, я сделала вот такие вот интересные работы. Мне понравилось. Потом можно что-то их, ну, с ними, если или сделать эпоксидкой, или еще как-то. В общем, можно придумать что-нибудь. Вот, дальше. Сейчас я вам покажу. Сиди. Вот у меня такой вот есть CD, да? В общем, я беру. Можно даже заливку делать на ней. Очень интересно получается. Вот видите, штукенцию нашла. Такую придумала для этого. Значит, для этой штуки. Вот я беру, значит, DVD, CD. CD это. Вот видите, здесь блестящая сторона, а здесь не блестящая. Можно полностью удалить. Вот это я вчера тоже удаляла, пробовала, но особого такой разницы я не заметила. Вот на этой стороне нам надо заливать. Вот во многих смотришь на каналах, они не все показывают, на какой стороне. Не на этой. Вчера я залила первую вот на этой, и она у меня, видите, треснула. А вот на этой они уже не треснули. Дальше. Еще зависит от температуры воздуха. Если вот у вас трескаются на будущее, если у вас трескаются картины, посмотрите по вашу температуру воздуха. У меня картины все трескаются только потому, что здесь кондиционер, ну, как бы у меня работает кондиционер, дает холод. То он выключается, то он включается, как бы автоматически, и все, в общем, попортило мне. Смотрите, теперь можно сделать вот с этой дырочкой, да, а можно сделать и без этого. Значит, я заклею сейчас вот эту вот дырочку, вот эту. И залью сейчас. И попробуем вот эти вот наши активаторы. Хотя, знаете, ладно. Ладно, давайте. Я потом это отклею. Вот, вот так я заклеила. Да? Давайте, ладно. Пусть будет так. Теперь беру белую краску.
Знаете что, давайте я вам подниму вот так, чтобы вам видно было. Так, белая краска. Я ее заливаю. На диск не надо очень много краски. Ну, не надо, потому что слишком много, она потом вся выливается, короче. Я уже говорю, вчера пробовала эти три и получила разные результаты. Так, это белая у меня краска строительная. Дальше, здесь у меня вот есть уже готовые цвета. Давайте на эти готовые цвета и уже сделаю. Ладно. Так, сейчас я возьму штукенции вот эти. Палочки. И начнем. Это вот краска разбавленная по Shelly Art, которую я делала, старые мои. Я уже все почти использовала, осталось вот несколько, ну, несколько красок, я их уже оставила, смешала и оставила. Остальные все уже попользовалась, короче. Сделала картины, они получились обалденные, они не треснули, ничего, слава богу. Дальше. Делаем, значит, смотрите, желтый. Я сделала, да? Так, давайте дальше добавим вот этот вот. Я вам просто сейчас хочу показать, сработает наш активатор или нет. Но активатор нужно делать заранее, ладно? Чтобы вы знали, перед тем, как вы будете заливать или делать заливку, вы сначала сделаете вечером активатор, потому что когда свежий активатор, он нехорошо работает. Ну, я сейчас не знаю, вот это, дай бог, сработает, но он работает не очень хорошо. Как бы надо оставлять, чтобы он немножко отдохнул. Так, какой еще сделать сюда? Давайте сделаем. Давайте вот эту красную. Давайте этот фиолетовый сделаем. Ладно. Вот видите, краска у меня жидкая. Но не как активатор. Окей. Это немножко криво. Так, давайте попробуем. Сначала черный активатор сделали мы только что, вот, который только что я сделала. Да? Вот, мы добавляем, видите, если вы хотите, чтобы больше было черного, весь черный, тогда добавьте больше. Если нет, хватает только одну капельку. И вот теперь раздуваю. Смотрите. Видите? Вот. Вот. Это у нас черный активатор на вот кондиционер, да, этот Wood Stain и Pre-Stain. Вот этот черный был. Wood Stain, Pre-Stain. Вот этот черный на этом. Видите, он работает. Вот. Правильно? Вот. Мы вот взяли, значит, вот сейчас вот разолью вот так вот. Я могу покрутить просто, да, ну вот я вам показала ячейки, да, что вот он сработал. Вот видите, ячеечки. Я это пока буду крутить, я вам покажу белый. Что я сделала? Сильно покрутила. В общем, теперь давайте попробуем на белом. У меня много вот таких вот дисков, так что я теперь буду эксперименты проводить именно на них, потому что мне уже жалко это холсты все свои. Марианушка, только не мешай, я записываю. Смотреть. Молодец, ты пришла посмотреть. Привет всем скажи. Привет. Там тебя не видно?
не видно. Привет! Это Ариана моя. Вот, мои детки прилетели. Так что мы сейчас не скучаем. Вот я сегодня немножко нашла время. Вот видите, я опять заклеила. Ну да. Так, вот смотрите, это уже вторая часть, как мы будем пробовать сейчас активатор, который белый. Это у меня двухсторонний тейп, я его вот заклеила, да? Сейчас. Заодно покажу, ну-ка посмотрим, что здесь получилось у нас. Вау, это у нас получилось, но только не вся. Подожди, не вся. Вот смотрите, ну видите, я пока крутила, тут еще делала, вот. Надо ее вот так еще подержать, чтобы она слилась. Вот, видите? Я тоже хочу сделать заливку. Вот, видите? Ячейки сработали. Вот. Так, сейчас я ее потом просто немножко надо подержать. Еще раз покрутить, что ли? Надо покрутить. Да, надо покрутить. Подожди. Так, вот смотрите, опять заливаем. Сейчас будем пробовать белый активатор, который у нас. В части первой я показываю, как я делала активатор, потому что многие спрашивают по поводу активатора, но я показала два вида моих активатора, которые работают. Так что, если вы начинаете смотреть с части второй, всем привет! Вот, часть вторая, это у меня эксперимент вот с этими активаторами, которые мы сделали. Первую я показала, это был Woodstain, вот, Woodstain и Pristain. Я разбавила Woodstain, вот Pristain, окей? Сейчас это белая у меня, Tin It называется моя, вот, я в первой части, можете посмотреть, Tin It здесь, и я добавила здесь, значит, разные, то, что мне нужно было, посмотрите в первом. И сейчас мы их просто пробуем, экспериментируем, что получится. Забыла. Как они срабатывают. Угу. Нормально. Опа. Так, сейчас я это уберу. Вам покажу. Вот. Это вот первая заливка, которую мы сделали. Сейчас я буду делать с белым активатором. Так уже. Отойди-ка. Я ее поставлю пока. Я сейчас, тоже да? Хочу. Пока сюда поставим. Теперь давайте пробовать то же самое делать. Это у меня уже размешанные были краски. Пошели арт, которые я показывала. У меня есть на канале, в общем. Если что, посмотрите, да? Есть, где я размешиваю, как я размешиваю. И не один, а несколько. И мои экспериментальные есть, которые я уже сама там придумывала. Вот. Надеюсь, вам всем видно. Ой, как не туда, куда надо. Ладно. Марианочка, потом ты тоже будешь записывать. Подожди. Потом вы будете делать, я вам покажу, как. Ура! Так, смотрите, добавляю желтый. Это все краски пошели. И будем сейчас пробовать белый активатор. Так. Не хочу уже пачкать эти. Так, у меня здесь есть вот такой синий цвет. Добавлю синий сюда. Он немножко густой. Ну, ничего. Чуть-чуть добавлю сейчас. Вот так вот. Синенький сюда. Он немножко густоватый стал. Это из старых красок. И он густой. Это у нас CD. Вот это я вам показала. DVD, CD. В общем, можно на старых вот этих, если вам они не нужны, вы можете делать. Теперь, смотрите, вот у нас это есть, да? Сейчас, что добавить еще? Может, золотой какой-нибудь добавить? Или не надо? Нет, ладно, не надо. Давайте попробуем теперь вот этот белый активатор. Видите, белый активатор. Я добавляю белый активатор. Вот он. Видите, вот. Вообще нужно сразу капнуть и все. Да, я тут, видите. Он нас, вот я покажу сейчас. Видите, он жидкий. Вот. И он вошел туда в краску.
Вот видно прям сразу. Вот я его сейчас раздую. Вот он. Вот, это мой, который Tin It. Разбавитель для латексной краски. Разбавитель. Вот, тоже работает, видите? Я вам еще говорю, сейчас найду, и под этим видео я выложу, какие есть рецепты, где я у кого вообще найду сейчас. Я вам выложу и покажу. Вот, видели? Вот это называется активатор. Вот он. Называется активатор, который мы делаем. Амстердам. Оленька, это тебе. Амстердам. Краску мы разбавляем, вот то, что я сейчас показала. Да? Вот с такими, значит, добавляем всякую эту штуку. И получаем вот такой активатор. Вот. Видите, это активатор белый. Сработал и белый активатор, и черный активатор. В общем, нормально. Сейчас вот я вам показывала уже черный. Сейчас я вот давайте эту покручу сейчас 5 минут. Надо 5 минут покрутить, чтобы показать. Не супер получается, ты видишь? Да, ну вот. Так, теперь сейчас мы покажем вот эту. Ай, я задела. Ладно. Неудобно. Ладно. Черный и белый активатор. Черный и белый активатор. Вот. Сори, что я туда отходила. Вот он, белый активатор, который мы сделали. Вот он, черный активатор, который мы сделали. Мне кажется, вот. Обе красивые. Видели? Вот, это активаторы. Также можно сделать, я, как вам уже говорила, в первой части. Там, может быть, я соединю сейчас эти две части тоже. Сори, если соединю, значит, будете смотреть полностью видео, потому что телефон у меня не записывает долго. Поэтому, вот видите, теперь подождем, как они просохнут. Вот они, наши активаторы по Shelly Art. То же самое, есть февикрил называется. Я уже писала, еще раз сегодня напишу. Февикрил, черная краска. Февикрил. Вот она тоже очень хорошо как активатор работает. Так, все, на этом мы с вами, значит, прощаемся. Сейчас я это отложу. Это тоже сюда отложу. На этом мы с вами прощаемся. Пока-пока. Вот. Спасибо всем-всем, кто смотрит меня. Благодарю всех. Мои детки прилетели, поэтому сейчас я немножко буду занята с малышами. Вот, мы потом еще видео снимем. Да, Ариана? Вот Арианка, да. Где ты сейчас? Ой, папа, когда мы первый вот. Раз делали. Это моя Арианка, это я. Папа, помнишь, когда мы первый раз делали заливку? Да, помню. Ты вот мы будем делать заливку. Все, дорогие мои, пока-пока. Я вас очень всех люблю. Спасибо за подписки. Вот, седая голова. Спасибо. Салоны уже нам открыли, но только я без вакцины не могу туда пройти. Вот, поэтому буду ждать еще пока, когда уж все откроют. Все, всем пока, я вас люблю. Пишите, подписывайтесь, делитесь каналом. Вот, и всем удачной заливки, успешной заливки. Пока-пока. Главное, здоровечко всем.